Всем привет! С вами канал Art Mania. И что я купила на 1000 рублей? Эти 65 стоят, это 35 слойка. Яблоки не очень вкусные. Это, кстати, с курицей, с мясом тоже вкусно. Здесь вот решила взять печенье, попробовать, может, они на печенье Луна похожи. На вид они вроде похожи, но они квадратненькие. Попробуем. 143 рубля стоит, называется Пышка Холс по 25 рублей. Кстати, вот этот вот новенький какой-то, я такой еще не пробовала. А это с Кока-Колой, кстати, очень мне нравится. И решила взять в коробочке. Вот их тут много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, 10 штук. Ну, как раз на 250 рублей. И, конечно же, тортик у нас стоил 470 рублей. Вот, но получается так, то, что, допустим, вот этот вот, здесь у нас грамм, сколько грамм, здесь, короче, больше грамм, ну, получается, если купить маленький, то это будет дороже, а если купить такой, у них разница 60 рублей, получается, да, а по весу они там что-то на 100, что ли, ну, на сколько-то грамм, короче, что-то, не знаю, где здесь граммы. Короче, вот такой вот небольшой набор у меня вышел в 1026 рублей. Скидка еще была 100 рублей по карте в Перекрестке. Да? Так мало, смотрите, а уже такой маленький прям наборчик, а целая 1000 рублей. Я помню, там лет 15 назад мы с мамой ходили в магазин, и рублей на 600, на 500, я помню, мы набирали целую огромную тележку продуктов. И сыр, и масло, там колбаса, и там куча всего разных там вкусностей, а сейчас на 1000 рублей все меньше и меньше становится. Вот такой у нас с вами был ролик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите свои комментарии, что вы можете купить на 1000 рублей в своем городе. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.